Вот этот советский дом, построенный в 50-е годы еще. А вот там за ним, за деревьями, отсюда не видно. Там народ наличный, мне кажется, имени Андрея Шептечко. В общем, это не советская больница, это действительно народная личность, которая была построена еще в начале 20-го столетия. Потом ее как-то по-другому называли, а теперь, по-моему, вернули ее прежнее название «Народная личность» на улице Пирогова. Ну, разумеется, она теперь не Пирогова, но не знаю, как она теперь называется. Тут парк, парк, который знают все, парк возле нашего цирка, подъехала маршрутка. Не вижу, какой номер, за ней еще одна маршрутка. И вот здесь вот наверху, к сожалению, не видно, вот тут вот купола, купола Святого Юра. Но они слишком далеко, а зумом я так и не научился еще работать. И поворачиваюсь налево, вниз улицы Городецкой. Вот так выглядит вниз. Стоит спина симпатичной девушки в зеленой. Не знаю, как называется этот вид одежды. Вот. А за ним цирк. Ну, цирка отсюда не видно, но я надеюсь, вы его и так все знаете. Зачем вам смотреть на наш всем известный давным-давно цирк? Вот на этом я закончил свой проход по улице Бэма Ярослава Мудрого, который выглядит немного странно, но тем не менее вы получили представление о ней. Спасибо.